Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новую головоломку от компании Константин Puzzles, которая называется Celia V. Головоломка Celia V имеет 4-й уровень сложности из 5, и давайте ее распакуем. Головоломка на самом деле очень легкая, то есть ящик тяжелый, поэтому казалось, что головоломка будет тяжелой. На самом деле она очень легкая. Также у нас здесь идет каталог головоломок сразу с инструкциями. Здесь рассказывают, что с головоломками необходимо сделать. И, кстати, из всех этих головоломок у меня есть все, и всех представленных на данной картинке. Но внутри там еще другие головоломки будут представлены. Ни одну из этих я не решал. Вот эти, по-моему, все решал, если не ошибаюсь. Эти решал. Эти, ну, половину, возможно, решал. Вот это уже не головоломки, это игры на баланс скорее. Задача нашей головоломки заключается в том, чтобы освободить кольцо. Ящик, как обычно, пригодится в будущем. Головоломка называется Celia V, и данная фраза переводится «такова жизнь». Задача заключается в том, чтобы освободить кольцо, и кольцо у нас может перемещаться по самой головоломке. У нас здесь есть вырезы, вот такие, и в эти вырезы может проходить кольцо. Давайте попробуем продвинуть. Вот так оно будет проходить. И данный принцип решения мне очень напоминает одну головоломку, которую мы решали буквально пару недель назад. Головоломка от Ханаяма под названием Cast Medal. Здесь был очень похожий принцип решения. У нас были отверстия, через которые проходило кольцо. Необходимо было провести это кольцо через лабиринт для того, чтобы его освободить. Принцип решения очень похож. Лабиринт, само собой, разный, но тем не менее, сама идея головоломки довольно схожая. И эта головоломка, по-моему, намного более старая, чем то, что мы будем сегодня решать. На самом деле, очень много головоломок с таким принципом решения. Я помню, еще одна головоломка была Бронка, что ли, как так она называлась. У меня ее не было, но тем не менее, там был, по-моему, пластиковый жираф, который тоже проходил подобные препятствия. А если вы любите головоломки так же, как и я, хочу порекомендовать крупнейший в России магазин головоломок czzstore.ru. В этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики Рубика, от 2х2 до 21х21, любые модификации этих кубиков и все, что связано с тематикой спидкубинга. Это аксессуары, смазки, маты, таймеры, запасные детали для кубиков, огромный выбор интересных необычных головоломок, это мегаминксы, пираминксы, мегаморфиксы, пираморфиксы, скьюбы, сквайры, часы Рубика, металлические, деревянные головоломки. А также вы наверняка заметили, что прямо сейчас проводится новогодняя распродажа, и на сайте даже есть обратный отчет. Скидка 10% абсолютно на все товары. Распродажа проводится с 15 по 31 декабря, и это отличная возможность подготовить подарки для Нового года, а также купить себе какой-нибудь кубик с хорошей скидкой. А еще с 15 декабря по 15 января в магазине проводится конкурс картин из кубиков Рубика. Принять участие может любой желающий. Более подробная информация есть в группе ВКонтакте магазина czstore. В описании оставлю ссылку на магазин czstore и на их группу ВКонтакте, где вы сможете узнавать о новых конкурсах и распродажах. Рекомендую подписаться, здесь много полезной информации. Итак, старт, время пошло. Давайте, прежде чем мы начнем двигать кольцо, посмотрим, какие у нас есть выходы. У нас есть выход здесь, здесь, и есть еще третий выход вот с этой стороны. Давайте посмотрим, как мы можем прийти к этим выходам, то есть будем смотреть на эту головоломку как на лабиринт, как можно двигать кольцо. Для того, чтобы попасть сюда, нам нужно будет пройти вот в эту область. В эту область можем пройти через вот этот вырез. Сюда можем пройти, либо вот отсюда, но сюда... На эту сторону мы не рассматриваем, потому что здесь второй выход. Соответственно, сюда можем пройти еще вот через в этот вырез, вот через этот. Сюда, для того, чтобы вот в это отверстие попасть, мы можем пройти ниоткуда. Соответственно, это тупик. Значит, вот эти два выхода мы пока не рассматриваем. Так, нужно держать в кадре. Вот эти два выхода мы пока не рассматриваем. Рассматриваем вот этот выход. Для того, чтобы сюда пройти, мы можем пройти здесь. Для того, чтобы сюда попасть, мы можем пройти здесь, либо здесь, здесь. Здесь у нас есть проход, то есть вот этот выход намного более вероятный. Давайте к нему двигаться. Так, кольцо у нас может продвигаться вот таким образом. Есть, прошли, дальше двигаемся. И будем стараться прийти вот к этому выходу. Вот здесь у нас кольцо не дотягивается, соответственно, сюда мы не идем. Да, сюда не дотягивается. Окей, возвращаемся. Здесь еще сложно будет заключаться в том, что вы видите только лицевую сторону головоломки, обратную сторону вы не видите, и нужно ее просто на ощупь находить, проходы. Так, здесь же я только что прошел. Почему я сейчас не могу пройти? Окей. Пройдем так. Так, возвращаемся. Смотрим, может быть, нам в другую сторону нужно двигаться. Нет, ну, судя по всему, нужно сюда двигаться. Здесь не дотягивается кольцо. Никак не проходит. Окей. А, мы можем сюда пройти. Вроде бы. Нет, здесь тоже не дотягивается. Окей, я только начал решать головоломку, и у меня уже тупик.
Это первоначальное? Нет, не первоначальное положение. Первоначально у нас, по-моему, вот здесь кольцо висело. Соответственно, мы уже куда-то сдвинулись. Так, мы прошли в центр уже, хорошо. Вот эти два выхода. Я буду стараться держать головоломку так, чтобы она... Чтобы у меня Жан-Клод Константин был слева, а Сэ-Лэ-Ви справа, чтобы не путаться. Не дотягивается. Можно сюда пройти. Опять же, в таких головоломках очень важно создавать каждый раз новые ситуации. Такие положения, в которых вы еще не были. Чтобы не стоять на месте. Так, мне нужно пройти вот к этому выходу. То есть мне нужно попасть вот в это отверстие. Есть, мы сюда прошли. Теперь нужно кольцом пройти вот вырезом, вот сюда. Почти, почти, вот еще чуть-чуть и вышли бы. Но нет. А, нет, прошли. Прошли, удивительно. Окей, и что нам это дало? Это было так просто? Это было так просто? Я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что головоломка будет намного сложнее. Здесь все-таки четвертый уровень сложности из 5, то есть это 8 из 10. Это было слишком просто. В этой области мы вообще, по-моему, не были ни разу. Здесь есть проходы, но мы здесь, по-моему, вообще не оказались ни разу. Это удивительно. Так, теперь им нужно будет запутать головоломку, вернуть ее к первоначальному положению. Давайте попробуем это сделать. Может быть, здесь будет главная сложность, но это было чересчур просто. Я прям не ожидал этого. Окей, давайте. Сбрасываем предыдущее время, старт, время пошло. Так, что мы можем делать? Мы отсюда вышли, соответственно, мы заходим сюда. Так, а мы отсюда вышли и потом куда пошли, сразу сюда или нет? То есть мы отсюда пришли или не отсюда? Вот мне кажется, мы как-то отсюда пришли. Да, нужно сделать так, чтобы кольцо зашло обратно. Соответственно, давайте пробуем. Да, возможно, сейчас запутывать обратно ее будем дольше. Как-то мы так легко вышли отсюда. Может быть, здесь? Да, здесь, окей. Я расстроен тем, что вот эти два отверстия у нас не использовались абсолютно. То есть можно было сделать как-нибудь так, что когда мы вот здесь вышли, у нас кольцо уже практически вышло, и потом нужно было бы как-нибудь эти отверстия использовать для того, чтобы развернуться и зайти в головоломку, потом снова выйти. Но это вообще никак не использовалось. Странно. Значит, это просто две обманки, чтобы вы думали, что нужно туда идти, а на самом деле нужно в другую сторону идти. Так, здесь не дотягивается. Я надеюсь, я правильно надел кольцо, то есть в нужное отверстие проделал после того, как зашел в головоломку. Потому что если нет, то я сейчас буду просто вращать кольцо и не смогу выйти. Здесь выглядит, как будто я в тупик какой-то попал. Или нет? Да, я как будто в тупик попал. Я не помню, я был в этом положении или нет. По-моему, был, но я не уверен на 100%. Так, вот и тупик. Хорошо, здесь мы уже были, отсюда мы вышли. И потом зашли обратно. Сюда. Далее можем пройти только сюда, больше никуда не можем пройти. Дальше мы смотрим. Здесь нас... Мы только сюда можем пройти, больше никуда. Отсюда... Тупик. Мы больше никуда не можем пройти. Хорошо. Давайте попробуем. Вот этот вырез мы использовали. Возвращаемся сюда. Проходим сюда. Туда мы не дотягиваемся больше никуда. Центр. Из центра сюда. Здесь не дотягивается у нас.
Может быть, вот здесь как раз таки сложность. Может быть, я неправильно кольцо надел. У меня сейчас нигде не может пройти кольцо. Возможно, неправильно его надел. Ну ладно, пока еще покрутим. Потом, если что, будем выходить, в принципе, из головоломки и заново надевать кольцо. Потому что пока не хочется выходить из головоломки и заново надевать кольцо. Если я сюда пройду, ну, у меня здесь только на выход есть. Больше никуда. На выход мы уже были там. Смысл опять выходить. Очень странная ситуация. Я потратил уже практически столько же времени, сколько на решение. А я думал, что сейчас так быстренько обратно вернем. Мы же легко ее решили. Да что ж такое, не могу никуда пройти. Здесь не дотягивается. А, нет, все, прошли. Прошли. Или мы там уже были? Нет, все, мы куда-то еще прошли. Окей. Так, нам нужно вернуть. По-моему, вот здесь было где-то кольцо. Вот, по-моему, сюда. Мы через центр точно проходили. Возвращаемся уже в ту область, в которой мы были. Сюда. Дальше нам куда? Сюда. И все. Вот здесь, по-моему, было надето кольцо изначально. Стоп. На запутывание головоломки я потратил столько же времени. Она абсолютно несложная. И я не ожидал того, что он будет настолько простой. Я ожидал того, что я потрачу на нее много времени. Очень много времени. Я разочарован. То есть она красивая, да, но мне не понравились вот эти два отверстия, которые были просто обманками, никак не использовались. То есть я объясню, что я имел в виду. Я надеялся на то, что у нас кольцо выйдет. Буду пальцем показывать. Надеялся на то, что у нас кольцо выйдет. Получается, мы одну сторону извлечем через это отверстие. И после этого нам для того, чтобы освободить кольцо, нужно будет как-нибудь зайти кольцом вот здесь, потом пройти как-нибудь здесь и здесь выйти. То есть я на такое рассчитывал. А у нас получилось все намного проще. Головоломку мы решили, четвертый уровень сложности из 5. Я не думаю, что я решил ее быстро, потому что решал много головоломок от этой компании, потому что они все разные. Но, тем не менее, данная головоломка оказалась, наверное, одной из самых простых из всей серии головоломок. То есть вот все головоломки, что мы решали из этой серии, это было сложной, это было простой сегодняшняя, это было сложной, это было сложной. Это относительно простая, на самом деле. Вот это была простая. Это сложная, это простая. То есть вот эти три головоломки простые, все остальные относительно сложные. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если это так, не забудьте подписаться на мой лайв-канал. Ссылка на него есть в описании. Также в описании есть ссылка на мой дзен-канал, на мой телеграм, на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.